Что же, у нас третья гонка, категория С. Короткий трек. Что же. Хокенхайм-ринг. Ну, давайте. Мы на одно очко в командном зачете отстаем, что удивительно. Всего лишь одно. За первое место в квалификации доступны очки чемпионата. И мы их заберем. Да, Хокенхайм же там сколько километров? Полный круг до 30, по-моему. Я помню эту трассу, я, кстати, в шифте втором так и не проехал. Там самая длинная трасса, полный Хокенхайм. Ночью, по-моему. Или ночью я проехал, а днем не проехал. Не помню. Ну, вот такое дело было. Я потом просто подзабросил. Не стал задрачивать. Ну, либо машину уже там настроил неправильно. Как-то. Это, наверное, единственный Need for Speed, который не прошел до конца. Это Shift 2. Потом просто переключился на что-то другое и... Сами понимаете. Так оно все и осталось. Первый. А сколько очков-то дают за квалификацию? Одно. Три круга. А выхлоп, смотрите, сбоку. Отличный сезон. Ты на первом месте. Ну блин, без шансов. Я даже не успеваю перекрыть траекторию. Насколько BMW лучше стартует. Эх, чуток не проскочил. BMW как шпарит, блин, на своей домашней трассе. Германия. Хе-хе-хе. Вот так, там твое место. Да, я помню, в Туринге, блин, а мне на Мерседесе было здесь печально как-то ехать. Да, я, кстати, же обещал, по-моему, проехать на Мерседесе, попытаться. У меня там был жуткий износ покрышек, и меня там на последней минуте обгоняли. Ну, думаю, это еще был неопытный гонщик. Сейчас нам все легко дается. И дрифт даже, который для меня был ужасом в первом категории, мы прошли на Сильвии вообще с удовольствием. Я попросил твоего партнера пробиваться вперед. Окей, Саша, второй круг. Тебе удалось сразу вырваться вперед. Эх, больше надо срезать, там позволяется срезать. Ой. Загляделся на воздухозаборник в радиаторной решетке. К турбине, наверное, ведет который. Я помню, да, на быстрых машинах там 150 метров нужно было тормозить.
коварный такой поворот. А, хорошо вошел на этот раз. Износ покрышек нас не волнует. Мне эта трасса очень сильно въелась ассоциация с эндюрансом на Мерседесе. Одна из первых гонок в классе эндюранс. Тебе удалось установить рекорд круга в этой гонке? Вот так вот нужно входить в этот поворот. Слегка тормозиться и срезать побольше. Здесь соточка классически, хватает оттормозиться на любой машине. Здесь даже меньше надо, метров 80 тормозить. Что, да, BMW нас преследует. Очень жаль. Если приедет пара BMW. Да, они такие едут парой. Вот почему у меня такого напарника нет, который бы ехал парой вместе со мной на втором месте? Ну ладно, хотя бы в первой пятерке. Было бы круто. Удержался. Как, насколько легкий вот этот грид по сравнению с первым? Ну, не считая, конечно, чемпионата стрит, он здесь просто ужасный, невыносимый. Эти гиперкары вообще никак не едут, как будто бы они на... Отлично! Тебе удалось обойти Аарона Уэстли. Не на покрышках, а на голых дисках по асфальту едут. Как коровы на льду. Так держать. Командная цель, считай, у нас в кармане. 7 очков мы отстали, да, как я и говорил, потому что 2 Рейвенвеста были прямо за нами парой. Эх, и завоевали на 6 очков больше, чем мы. Наш напарник вот на 6 месте, ну, скотина, доедь на 6, прошу тебя. Здесь обычно аварий много происходит. Не-не-не-не-не-не-не, тебе здесь не место, тебе здесь не рады, Окли Моторспорт. Не, не, или кто там, Окли, не Окли. Ну, толкотня без вариантов. Чё вы здесь тормозите? Где вы нашли место для торможения здесь? А вот так. Лики моли, аста ля виста, бэйби. А? За первый круг неполный на первом месте. Отличный первый круг. Ты возглавляешь гонку. Я попросил твоего партнера пробиваться вперед. Повело. Пальцы. Так, меньше 100. Тормозим. У тебя pole position. Ты на первом месте. Отрыв 2 секунды. А в прошлом секторе было опережение на 1 секунду. Еще 2 круга. Еще 2 круга. Ну не 2, а меньше чем 1,5. Mm-hmm.
Туринг это легкая. Легкая категория. Даже легче, чем открытые колеса. Потому что там машины хрупкие, здесь они немножко покрепче. Самое сложное это стрит, конечно. Стрит, потом Endurance. Потому что в стрите машины быстрые, но у них паскудно со сцеплением и с управляемостью, в принципе. Это все-таки туринг, это гоночные машины. Смотри, даже за пределы трассы не вышел. Это я просто посмотрел на микрофон, включенный он у меня или нет. Я опять то же самое сделал. Чем агрессивнее ставишь нашего напарника, такое чувство, тем хуже он приезжает. Надо себе на заметку поставить такой вариант со сносом. Входить в этот поворот. По-моему, так быстро получилось даже. Алле, оп, смотрите, какой отрыв. Ты на первом месте. Отрыв 3 секунды. Последний круг. Сохраняй лидерство до самого финиша. 3 секунды, это прилично. Для этого класса. А! Ты на первом месте. Отрыв 3 секунды. Ну, 3 так 3. Аарон Уэсли на твоем примере учиться будет. Вот так победа. На последнем круге с тобой никто не мог потягаться. Великолепный финиш. Так, что у нас будет следующее? Мини-купер. Блин, ну мини-купер, да, это специфическое управление. Такая маленькая, легкая машинка. Классический купер. Он, наверное, в 2 раза меньше, чем нынешний BMW-шный купер. Ну, радует тот факт, что не будет 2 заездов. 4 круга. Ну, попытаемся прорваться. Обратно. Здесь терять нечего. Можешь рисковать по-крупному. Да звуки такие, как будто бы я в микрофон дышу, но это не так. Это не я. Это здесь что-то мелькает. Блин, всего лишь одного прошел. Да, на дрифте мы тоже здесь катались. Вот подонки. Фу. Ну. Смотри, что он делает. Козел какой-то. Заблокировал просто намертво меня. А как я их всех? Знаете, гады. Габриэль Моро. Всех отжал.
Это просто супер. Даже почти целый. Ух. Да, то первый круг как-то так прошел. Давай, рули, малютка. Да, ведь мини, по-моему, даже ралли выигрывал. Ах, как с пробуксовочкой. Одним движением руля. А ну-ка смотрим, сколько, Купер, ты способен разогнаться. Да 200, думаю, ему вообще без напряга. У нас был рекорд круга еще один. У тебя pole position. Ты на первом месте. Отрыв 2 секунды. Последний круг. Сохраняй отрыв. 2 секунды. Эх, так некрасиво получилось. Они все такой, да, плотной группой идут. Держись, во, удержались. Финиш. Соперник на твоем примере учиться будет. Вот так победа. Это точно. Вот это победа. Первое место. Так что же, продолжаем. Продолжать. 4 из 6. То есть большая половина у нас уже за плечами. Сепанг Интернешнл. Так, что там была обратная трасса написана? Не дочитал. Razer, Raven West. Квалификация. За первое место в квалификации доступны очки чемпионата. Доступны, значит, нужно их брать. Дают, бери. Так, о, фокус. Слава богу. Смотрите, сколько... Так, здесь... Больше 100 нужно тормозить. Мы уже на секунду и 7 опережаем. Любимый наш поворот. Точнее, связка двух поворотов. 62. Ой-ой. Палатки там справа. О, зонтики, палатки. Эх. Отдыхают люди, а мы тут паримся в кокпите. Эх ты, блин. Да, в кокпите-то жарко, там 50 градусов спокойно может быть. А в Формуле 1 тоже очень жарко. Там ребятки теряют... Теряет, блин, по 5 килограмм за гонку. Хватило. Да, был даже случай, там же Формула 1 радиопереговоры командные, общедоступны. Так что там один пилот, бедняжка, мучился, у него вода закончилась. А, она была горячая, он говорит, что не могу пить, что аж губы обжигает. То есть я не знаю, где там у него бутылка была расположена, прям. Твоя задача обогнать Аарона Уэсли. Под двигателя. Да, это нам надоедает, вот это вот надоедает.
меня на старте как стоячего проходит. Так, ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай, мой дорогой. Да. Ха-ха, хрен, не дам я тебе реализовать твое преимущество в разгоне. Так, 100 метров это много. Метров 50. Да, но салатовые диски мне нравятся. Какая будет максималочка наша? Хороший старт. Сохраняй лидерство. Вам было виднее, но я увидел что-то в районе 238. Последнюю цифру то не уверен в ней. Потому что нужно было уже тормозить. Смотреть на отметочку. 50 метров. Попросил твоего партнера пробиваться вперед. Пятьдесят семь. Да, у них там толкотня такая в этом повороте получается. Ой, 53 даже было. Перетормозил. Режем, режем. Тебе удалось установить рекорд круга в этой гонке. 236 и вылет. Ну это все потому, что я хотел максимум развить. Ух ты, смотрите как. Ну вот чё ты сюда лезешь? Тебе же все равно не светит в этой связке ничего. Как и мне. Ладно, третий круг, не беда. Давай, слипстримом разгони меня, BMW. Блин, смотрите, как ушла, да? Это последний круг. Выходи на первое место. Вышел. Козел хотел меня опять подрезать. Не тут-то было. М, 58 вроде как. Минималочку я заметил. Широковато. Ну и опять два Ravenvest, но, блин, их не BMW, да и, в общем, Ravenvest, блин, ну, не, не конкуренции. Очень изредка KNDN команда составляет конкуренцию. Отлично! Тебе удалось обойти Аарона Уэсли и выиграть заезд. Так держать! Ну и ну! Командная цель у тебя в кармане еще до конца сезона. Эх, 4 очка мы дуем. Дуем, дуем, дуем. Но я на это повлиять никак не могу. Напарник наш стартует довольно хорошо. Седьмое место, шестое. А толку? Приезжает он всегда в конце. Практически.
Эх. Вовремя отпустил тормоз и не догнал впереди идущего. Сберег машину от разворота. Ах, столкнул лбами. Смотрите, там Raven West. Ха-ха-ха. Это круто. Так, это же... А, это Cusco Racing. Они тоже на BMW. Перекрываемся. Машина цела, хотя я тогда гнал прилично. Так, у нас 97... Мне осталось еще три круга. Ха! Я вообще даже не слышу, даже удара не было. Так очень легенько прикоснулся просто в заднюю ось. И все. Так, ну сейчас мы догоним этого убегающего гада. А, это, блин, а Шевролет. Так, давай, Шевролет, едь за мной. Едь на этом месте. Эх, на максимальных оборотах, на второй передаче. Я попросил твоего партнера пробиваться вперед. Тебе удалось установить рекорд круга в этой гонке. Да, 100 километров мы уже накатали на этой машине, на одометре. Идем в отрыв. Да, смотри, 62 где-то было минимум. Так, получше, получше. Если никто не мешает. Вообще идеальненько прилизались. И идем на последний круг. У тебя pole position. Ты на первом месте. Отрыв 2 секунды. А в прошлом секторе было опережение на 1 секунду. Половина гонки позади. А где наш конкурент? Аарон Уэсли сейчас в середине пелотона. Это меня очень радует. Что Аарон Уэсли в середине пелотона, и я даже не вижу, где он. На 5 секунд. Ты на первом месте. Отрыв 1 секунда. Последний круг. Сохраняй отрыв. Замешкал я, замешкал. Сократился отрыв. Э, 58 промелькнуло. Но смотрите, кто там. Ух, в первых рядах не черный BMW. А, это переключается звук такой, похожий на задувание микрофона, это переключение передач. Аарон Уэсли на твоем примере учиться будет, вот так победа! Ну что, мы отыграли, было минус 4 очка, надеюсь, мы вышли в лидеры. Отличный результат, после этой гонки мы поднялись в таблице. Да, мы поднялись на 6 очков. А, ну до 10-го еще не дотянули, но дотянем в конце чемпионата.